А это мои старые добрые друзья, питомник Вашутина. Самый близкий питомник к моему дому. Если что, мне надо снять, я еду туда. Ну, давайте заодно и поговорим. Борис Березинский, специалист отдела продаж питомника Вашутина. Отлично. Вот я проходил и увидел, что вот здесь так достаточно красиво стоят хвойные растения. Что там, туйки, да? Туи и можжевельники. Здесь вот сверху у нас П9-ки. А ниже у нас мультиплаты лиственных. Вот здесь вот, вот приподнимите камеру чуть-чуть. Вот, кассеты хвойных. Это туя Рейнголд, это можжевельник Альпина и еще туя Даника. Знаете, многие люди считают, что туя, она и есть туя, она одна. Сколько вообще туй это бывает? Ну, туй на самом деле очень большое количество. То есть они еще очень разнообразны по структуре, да, есть пирамидальные, есть клоновидные, есть шариком, есть вытянутые, то есть такие, как огурец, так, это коротенький, но огурец, да, к примеру, это Toy Little Giant, вот очень похоже на эту. Ну, если вот перечислять по сортам, самые основные это Smaragd, Brabant, Pyramidalis Compacta, Spiralis, есть Columna. Ну и далее более такие формы, как Даника, Глобоза, Little Giant. А по цвету? По цвету чаще всего это все-таки зеленые. Бывают, да, небольшие оттенки. Какие-то чуть темнее, какие-то чуть... вот это вот, это золотистое, да, это Rain Gold. Даже в названии как бы есть указание на то, что это золотистый цвет. Также есть у нас Golden Smaragd, Golden Brabant. А есть те туи, которые нежелательно сажать? Вот привезенные из Европы какие-то виды туи, которые у нас не очень красиво. Ну, на самом деле, за каждым растением можно ухаживать по-разному. Например, если брать те же самые достаточно теплолюбивые рододендроны, они же тоже, если их правильно укрывать, они выживут и будут прекрасно зимовать у нас. То же самое и с туями. Неважно, какой сорт, главное ухаживать правильно. Понятно.